Здравствуйте. Продолжаю эту небольшую серию выпусков, касающихся медитации цигун. И сегодня хотел поговорить об одной достаточно важной теме, которая, конечно же, которой тоже стоит коснуться. Я говорю о том, что многие люди сегодня имеют разнообразные вредные привычки или зависимости. Они могут быть связаны с употреблением каких-то субстанций, таких как алкоголь, табак или кальянов, чревоугодие, наркотики, некоторые виды лекарств тоже могут быть, например, становятся зависимостью. Или какие-то есть вот у кого-то пищевые пристрастия, например, просто даже сладости. Конечно, эти зависимости могут проявляться и в другом виде. Например, кто-то подсаживается на компьютерные игры или даже просто на интернет, например, на те же сети. Сюда же можно отнестись, если кто-то подсаживается на ту же порнографию, например. Для кого-то это азартные игры, для кого-то это может быть даже чрезмерное какое-то увлечение спортом, работой. Знаете, есть тоже такое понятие, как воркоголик называемый. То есть тот, кто с головой уходит в работу. Это может быть также какая-то вот эмоциональная вовлеченность в отношения на грани, я бы сказал, одержания. Бывает также у некоторых людей привычка к вспышкам гнева и ярости. Знаете, вот к скандалам, сплетням. Для кого-то это становится какой-то манией что-то где-то взять, украсть. Для кого-то это страсть что-то постоянно покупать, например. И, конечно же, зависимости и привычки – это наши привязанности, которыми заполняется внутренняя пустота, которая возникает из-за разрыва контакта с собственной душой. Конечно же, это может быть также и чувственный побег от решения каких-то внутренних проблем или от внутренних напряжений, с которыми человек не может справиться и постепенно перестает их осознавать, потому что он постоянно, сталкиваясь с ними, чувствует себя некомфортно и поэтому отодвигает там, сначала в подсознание, а затем вообще в бессознательное. Но постепенно может также прийти и осознание своей зависимости. И тогда, например, мы решаемся, мне нужно избавиться вот, скажем, от этого, имею в виду какую-то конкретную, например, зависимость. Мы говорим себе, что я хочу остановиться, пришло время, но избавиться от зависимости даже при таком осознании и каком-то внутреннем намерении не так-то просто. Ведь фактически необходимо исцелиться от тех историй, которые послужили причиной возникновения той или иной зависимости. Ведь мы не рождаемся с зависимости. Кто-то научил нас прибегать к ним, потому что, как правило, в момент возникновения такой зависимости это имеет цель выживания. Поэтому важно увидеть и понять, когда и как она началась, и как удалить ее из своей жизни. Тем не менее, чтобы увидеть и понять, нам необходимо, скажем так, остановиться, потому что мы все время можем быть в каком-то движении, в суете, вот, в постоянной. И, в общем, нужно остановиться и расслабиться для того, чтобы почувствовать себя. И поэтому с этого, в общем-то, начинается любая внутренняя работа. И, например, методы глубокого расслабления и вот действительно такой прямо остановки, погружения в внутренний покой, такие как, например, практикуется медитация цигун, могут быть одновременно и полезными, и эффективными, чтобы можно было адресовать подобные задачи. Ведь без расслабления невозможно почувствовать себя, а не чувствуя себя, невозможно ни понять, ни тем более исцелить себя. То есть нам нужно чувствовать, чтобы была возможность направить конкретную энергию и ощутить ее воздействие.
Конечно же, есть специальные практики, которые позволяют преодолевать такие проблемы, но начинать надо всегда с таких более общих практик, но которые, тем не менее, очень важны и закладывают, я бы сказал, надежные основания для любых, в общем-то, практик, связанных как с физическим, так и с психическим здоровьем. И поэтому, например, у меня есть такие вот конкретные методы, практики и вот погружение, где человек, скажем так, может быть, вестись голосом с точки зрения инструкции, но без того, чтобы сначала остановиться и расслабиться, эти практики малоэффективны. Поэтому, конечно же, начинать именно с этого. Я долго об этом думал, поэтому, собственно говоря, и созрел этот курс медитация цигун, на который я всех вас приглашаю. Ну, или, по крайней мере, есть повод поразмышлять, подумать по этому поводу. На этом сегодня все. И я продолжу касаться разных аспектов, которые могут быть связаны с так или иначе с практикой медитации цигун в следующих выпусках. Спасибо.